Артемовская городская прокуратура отвечает на вопрос граждан, что такое необоснованный отказ при поиске работы и можно ли его обжаловать в прокуратуру или в суд. К нам часто обращаются в прокуратуру с одним и тем же вопросом. Я ищу работу, мне отказывают. Что такое необоснованный отказ и могу ли я его обжаловать в прокуратуру или в суд? В связи с чем разъясняю. В соответствии со статьей 64 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Неправомерным признается отказ в приеме на работу по обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работника, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества, предусмотренные федеральными законами. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее, чем в течение 7 рабочих дней со дня предъявления такого требования. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.